Народный хор храма святой великомученицы Ирины был создан по благословению настоятеля храма высокопреосвященнейшего архиепископа Димитрия. Хор существует уже 5 лет. В его состав входят прихожане храма святой великомученицы Ирины самых разных возрастов и профессий. Руководителем хора является профессиональный регент Нина Петровна Сирикян. Особых требований к желающим петь на клиросе не существует. Главное – горение сердца и желание послужить Господу. Постоянно привлекаются все новые и новые участники. Создан также детский хор из маленьких прихожан нашего храма. Ребята принимают участие в так называемой детской божественной литургии, которая проходит каждое воскресенье в 8:30. Меня пригласили сюда возглавить народный хор, который до этого возглавляла матушка Катерина. Она пропела 2 или 3 года, создала замечательный хор. Люди стали приходить, и любители, и со слухом, и без слуха. И со всеми надо было разучивать произведения. И постепенно мы обросли как бы вот большим хором. То есть люди с удовольствием стали приходить, потому что в храм их не везде пускают на клирос простых прихожан. То есть сейчас благословение у владыки, что все должны петь на клиросе. А ведь это правильно. Потому что человек, участвующий в литургии, он действительно понимает, что он не просто стоит и молится, и слышит все возгласы, но он еще участвует в литургии. То есть это большая честь для тех, кто приходит, и нам тоже. Потому что чем больше людей, тем легче и петь. Хор-то создается из людей, которые приходят и поют, понимаете, с любовью, с отношением и с любительским хором работать очень интересно. Потому что люди приходят от души, поют, находят время. То есть они тратят свое свободное время, не считаются ни с чем, поют бесплатно, бескорыстно. И поэтому Господу, конечно, это очень угодно. Наверное, Господь не просто так благословляет и народные хоры. Может быть, кому-то это не совсем и нравится, кому-то, может быть, кажется, что это неправильно. Но я считаю, что это правильное движение, что это нормально, потому что люди, которые приходят славить Господа, они ведь молятся не только за себя и за своих близких, но и как бы возвышают нашу церковь, потому что они дают возможность людям подумать о том, что мы все будем представлены перед Господом, поэтому мы все должны стремиться к этому. А люди, которые приходят в храм и отдают еще часть своего сердца, тем более поют в хоре, ну, я считаю, что это вот милость Божья. И благословение владыки нам только отрадно, потому что он всегда радуется, когда у нас много людей. Он приходит и говорит: «Пою Богу моему, донде же есть». То есть это вот слова из псалма, которые мы поем каждую литургию. А ведь так оно и есть. Или «всякое дыхание дохвалит Господа». Или «пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте». Можно бесконечно говорить о церковном пении, но самое главное, что мы приходим, что Господь дает нам силы, здоровье и действительно охраняет нас. Потому что когда мы на клиросе, мы понимаем, что всегда с нами и наш ангел-хранитель, который всех нас окрыляет и поддерживает во всех наших делах. Я в этом хоре всего, в общем-то, 2-й год, наверное, 1,5 года. Вот, и вот благодаря Нине Петровне, нашему регенту, в общем-то, какие-то чувствуются успехи у нас, потому что мы не музыканты, мы не без образования музыкального, поем в народном хоре. Вот. И по благословению владыки, конечно, Димитрия, все это происходит. Наш хор становится больше и красивее с каждым, можно сказать, днем.
Ну, мне очень нравится. Для меня это для души просто вот... Это, я не знаю даже, чем бы я еще занималась. Это такое вообще счастье, что мы приходим и поем, и утром, и вечером. Мы стараемся, когда нас приглашают, всегда соглашаться, конечно, чтобы даже если времени нет, всегда мы пытаемся прийти. Вот. Поэтому для меня это вот счастье. Вот, так что слава Богу за все. Спасибо, что вот у нас есть такая возможность помолиться за родных своих, за близких, вот, и славить Господа. Приходите к нам в нашу церковь, да, приходите. Храм очень хороший, добрый. Здесь очень дружественная такая атмосфера царит в этом храме. Здесь очень много священников из Белоруссии, из Украины, из Армении какой-то даже диакон есть. То есть здесь как бы вот настолько здесь все дружно и тепло, как по-домашнему. То есть двухэтажный храм очень большой, здесь очень красиво. Хоть и храм еще до конца не отделан, вот, но все равно здесь атмосфера очень благодатная, нам нравится. Вот, и, в общем, я рада, что здесь есть возможность петь мне и моей дочери. Я всегда хотела петь, но я не знала, что Господь приведет таким вот путем сюда. Я очень этому рада. Владимир Коновалов, Ольга Коновалова специально для православного телеканала «Добро ТВ».